Поддержать участниц в Дом культуры Центрального района пришли не только их семьи, но и все, кто занимается в спортивно-оздоровительном центре «Растем вместе». Там готовы окружить вниманием не только будущих мам, но и их малышей вплоть до школьного возраста. Поэтому в холле было непривычно много детей. Им и угощения, и развлечения, и для любителей спокойно порисовать детский уголок. А в зале зрители бурно приветствовали пятерых финалистов конкурса. На сайте «Аквамама» перед конкурсом шло интернет-голосование. По его итогам в финал вышли Ирина Щербинина, Мария Киселева, Ольга Яганицына, Кристина Соснова и Ольга Бырдина. Будущим мамам надо было продемонстрировать не только свои кулинарные таланты, но и творческие. Участницы сделали зарядку, продефилировали в вечерних платьях, посоревновались в скоростном пеленании малыша и завязывании галстука супругу. Кстати, самим будущим папам тоже дали понять, насколько тяжело женщине на последних неделях беременности. Пока жюри совещалось, на сцену вышли недавно ставшие мамами друзья центра «Растем вместе» и показали, что мама и малыш – верный тандем даже на дискотеке. Объявить имя победительницы пригласили обладательницу звания «Супермама 2015» Светлану Расторгуеву. Соснова Кристина! Победительнице достался главный приз – сертификат на 20 тысяч от спортивно-оздоровительного центра «Растем вместе», плюс подарки от партнеров мероприятия и море аплодисментов. Вообще, это был очень интересный опыт, и осознавая, что сегодня все закончилось, и завтра уже не нужно идти на репетицию, становится немножко грустно. Хочу сказать спасибо моей семье, которые поддерживали меня во всем, очень мотивировали на победу и заряжали энергетикой. И девочкам, с которыми мы принимали участие. Вы все умнички, вы все классные. И я буду по вам скучать. Надеюсь, что мы будем часто с вами видеться. Побороться за корону победительницы все желающие сочинки могут в следующем году. Хотя главным призом этим женщинам станет, конечно, не она, а здоровый и любимый малыш. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.